С небольшой дорожной камеры информация поступает сразу в госавтоинспекцию. О любом нарушении, будь то подложные номера, правила регистрации авто, все это экипажи ДПС узнают практически моментально. Это система непрерывного контроля «Паутина». Превышение скорости она, кстати, тоже фиксирует. Всего сотрудник госавтоинспекции в целом по региону был выявлен более 1000 нарушений различных правил дорожного движения, а также 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. А что касается непосредственно вот этого СПО «Паутина», благодаря нему удалось выявить 5 транспортных средств, водители которых управляли своими автомобилями, не зарегистрированными в установленном порядке. Также они привлечены к административной ответственности. С такими нарушителями не церемонится. Снимают номера и забирают свидетельство о регистрации. Когда машину на учет поставят, мол, тогда и вернут. Работу по системе «Паутина» продолжат. Рейды же усилят по другому направлению. Сегодня, например, под прицел сотрудников ГИБДД попали мотоциклисты. Там в одном из районов был остановлен водитель мопеда, который управлял, не имея права управления транспортным средством своим мопедом. В общем, это серьезное нарушение. За него грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются. Вообще, чаще всего мы встречаем такие нарушения со стороны водителей мототранспорта, как нарушение правил применения мотошлемов, также управление транспортным средством, не имея соответствующего права. За отсутствие шлема, кстати, штраф не такой уж и большой, всего 1000 рублей. Если снова поймают без головного убора, минус еще столько же. В городе ситуация спокойнее. За все время съемки репортажа мимо Солочинского поста ДПС не проехал ни один мотоциклист. Зато встретились другие нарушители. С разницей всего в 10 минут инспектор остановил 2 тонированные машины. Пусть водители и устранили нарушения на месте, убрали пленки со стекла, штраф все равно заплатить придется. Так и работают экипажи сразу по нескольким направлениям. Сегодня по рейду, параллельно по паутине и целенаправленно следят за дорогой. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».